Во мне проснулся дед с материнской стороны. Он был неженка. При малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее. Когда при нем душили его родную жену любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется. Хороший мальчик. Хм, куда ж лучше. Друзья мои, а вам никого не напоминает этот хороший мальчик? Уже год насилуют его жену, Украину. А он стоит рядом и говорит: может быть, все еще обойдется.